Необычная коллекция расположилась в квартире уфимца Наиля Ильясова. Почти 20 лет полковник внутренней службы собирает пожарные машинки. Коллекция настолько уникальна, что уже может попасть в Книгу рекордов Гиннесса. Подробности в материале моей коллеги Алины Гребешковой. Модели, которые выпускались до военной, скажем так. То есть можно посмотреть, что вот этот послевоенный уже автомобиль освещения. Тоже 40-е, 50-е годы. Ну, здесь в основном 20-е, 30-е, 50-е годы представлены. Квартира Наиля Ильясова напоминает одновременно и музей, и игрушечный магазин. 725 моделей пожарных машин заполняют несколько полок стеклянного автопаркинга. Это самая большая коллекция в России. Хочу собрать пока то, что есть на сегодняшний день в мире. Начиная, ну, скажем так, с ранних времен, потому что тут есть машины русобалты, есть вот тележки, сани, то, что было в 17-18 веке. Здесь представлена коллекция всего мира. На сегодняшний день все, что есть. Увлечение Наиля Ильясова выросло из его профессии. Больше четверти века мужчина трудится в противопожарной охране. Начинал с лейтенанта. Сейчас полковник внутренней службы возглавляет 5-й отряд противопожарной охраны. Коллекция Наиля Ильясова началась с модели «Москвича», которую 17 лет назад ему подарила супруга. Был праздник. День пожарной охраны. Я думала, что подарить. Увидела вот эту машинку, купила, с нее все и пошло. Но зато у меня теперь нет проблем с подарками. На каждый праздник машинка. По коллекции можно проследить, как развивалась пожарная техника. Это точные копии моделей. Каждая деталь соответствует реальной, только меньше ровно в 43 раза. Самый дорогой экспонат в коллекции сделан вручную. За него Наиль Ильясов заплатил почти 40 тысяч рублей. Механическая лестница Смирнова. Была на вооружении в Петербурге в 1898 году. А их выпущено всего 50 штук. Большинство моделей Наиль Ильясов покупает в интернет-магазинах и у знакомых коллекционеров со всего мира. Некоторые пожарные машины представлены в одном экземпляре. Их делают вручную умельцы, специально под заказ пожарного. Для Наиля Ильясова это не просто игрушечные машинки. У каждой модели своя история, и каждая по-своему бесценна. Деньгами не считаю эту коллекцию. Не знаю, сколько она стоит. И не хочу знать даже. Зачем? Мне предлагали продать ее, с интернета писали, продай. Я говорю, я не могу это продать. Я ее собираю 16 лет. Как можно продать это? Пожарный уже подал заявку в Книгу рекордов России Гиннесса. К концу года Наиль Ильясов планирует, что его коллекция составит 1000 моделей. Но это далеко не предел, говорит коллекционер. Ведь каждый год в мире выпускаются новые модели пожарных машин. Алина Гребешкова, Андрей Ласыгин, городской телеканал ЮТВ.